Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш великолепный курс, и мы дошли до главы, которая называется «Толдот». Мы прочитали ее вчера. Сегодня мы разбираем 26-й параграф из главы «Толдот». Очень интересный параграф, не только с точки зрения содержания, об этом я даже и не заикаюсь, но и с точки зрения состава. Тут немного действительно новых слов, но много интересных оборотов и таких выражений, которые вошли в нашу речь как определенные обороты. Например, «Меа Шеарим», да, название знаменитого Иерусалимского квартала, берет начало в нашей недельной главе. Надеюсь, мы до этого дойдем. Я прошу извинения, мне сейчас трудно говорить, поэтому я сегодня буду достаточно тих и попрошу... Значит, по возможности без моего участия переводить стрелки, то есть переводить очереди. За это заранее благодарю Анну. Так, и также за демонстрацию экрана. Итак, первую фразу читаю я. «Ваиги раав баарец милвад раав аришон ашер гая бимей Авраам ваелых Ицхак эль ави мелых мелых плештин герара». И был голод в стране. Милват — это означает «кроме». Кроме голода первого, который был в дни Бимей от слова «йом» Авраама, и пошел Ицхак к Авимелеху. Объясняется, что Авимелех — это не имя личное, а титул царя филистимлян. У одних это называется царь, у других король, у третьих президент, а вот здесь Авимелех. Так? Герара означает «ле-грар», то есть город Герар. Герар, как мы знаем, находился в пределах Эрец-Исраэль, поскольку было запрещено покидать границы Эрец-Исраэль, но внутри он мог переместиться вот к этому Авимелеху. Теперь, Бет, пожалуйста, Анна. Так, звук есть. Так, Вейра Элав Ашем Вайомер Альтерет Мицраема Шхон Беарец Ашер Омар Элеха. И явился ему Всевышний и сказал показался. Им. Ну, показался, да. Яр, это получается, Эфиль от от Лероот. И сказал, не спускайся в Египет, в землю, живи, поселяйся, живи в земле, которую я тебе скажу. Про которую я тебе скажу. Совершенно верно, Шехен. Так же, как Шехуна, Шахен, сосед, да, а также Мишкан. Тот же корень, да, верно. Спасибо. Так, Анна, вы передавайте. Так, сейчас Тимофей. Сейчас Тимофей. Да, Гимель. Гурбаарец азот в ге имха ва аврахеха ки леха улезар аха этен эт коль а арцот аэль ва а кимути это шва ашер нижбати для Авраам Авиха. Переводим. Да, совершенно. Живи в земле этой, и буду с тобой, и благословлю тебя. И тебя, и потомство твое. Дам Я все... просто благословлю тебя, потому что тебе и потомству твоему. Тебе. Может быть, я что-то упустил, да? Да. Хорошо. Этен. Да, дам. Я дам. Потому что, да. 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 Эт коль арцот все земли эти ва а кимути. Так. Элэга ким. Сделай так, чтобы стояло. Установлю. Поставлю. Да, установлю. Да, клятву. Вау. Которую поклялся Аврааму, отцу твоему. Спасибо, Тимофей. Кто дальше? Марина у нас получается, как я помню. Марина, прекрасно. Вагир Бити, Эцер Аха, Кекохавей Хашамай, Венатати, Лезер Аха, Эт Коль Харцот Хаэль.
в Гидбарху, Безараха, Коль Гуэй Хаарт. Да. Гербейте слово гарбе. И умножу, да, ну, сделаю что-то. Умножу, да. А потом потомство твое, как звезды на небе, и дам твоим потомству все, все земли. Все земли этим. И благословлю. Благословятся. Гид Барху. Потомство. Буквально потомством твоим или через потомство твое все. Твое все, ну, все народы земли. Народы все земли. Народы земли. Да, все правильно, Марин, спасибо. Так, единственная ошибка была в последнее время. Зар Аха. Да, буква Айн. Огласована не слогообразующей гласовкой. Катав, патах, она не бывает ударной. Поэтому правильное произношение зараха. Зараха. Спасибо. Так, гей. Шуша у нас теперь есть. Шуша, милости просим. Хорошо. Говорим потихонечку. Эка, Эшер, Шама, Авраам, Беколо. Беколи, Беколи. Бекули. Да-да-да. Айшмор, Мишмарти, Мицотай. Мицвотай, Мицвотай. Буква ВАВ и огласовка, точка наверху. Колам хасер, да. Да-да. Мицвотай, Хекутай, Веторотай. Да-да. Экев – это буквально значит «за то, что». За то, в данном что... случае. Да. Как это? Если выполните или если выполните? Нет, почему? За то, что Шама Авраам Беколь. И Шама Беколь – это слушаться голоса. Послушался Авраам голоса моего, как бы и как хранил бы. Это, ну, Ишмор, что-то такое, и хранил да. Так. Заповеди мои, и также законы мои, и Тору мою. А вот это вот слово, что такое мишмартай? Мишмартай буквально охранение мои, как-то вот так. Мишмерет – это, может быть, смена в современном иврите. Вот. Что дает нам перевод, я не знаю, но смысл, в общем-то, понятен. Да, я да, да, спасибо, спасибо, Шуша, все правильно. Так, вам достается мне? Да. Анна? Да. Читаю. Ваешев Ицхак в Играх. И поселился буквально Ицхак в Граве. Анна, прошу вас зайти. Так, в Ишалу Аншей Амаком Ле Ишто в Йомер Ахути Йи Йи Яре Ле Мор Ишти Пен Ягар Гуни, Аншей Амаком, Аль Ривка, Китоват Мар-Эги. Так, и спрашивали, ну, Ицхак имеется в виду, люди вместо этого, его о жене, о его жене. И сказала, она сестра моя, ибо испугался сказать, она моя жена, как бы не убили меня эти люди, люди вместо этого, за Ривку, ибо она была красиво, хороша видом. То есть Ицхак прибегнул к приему, который его отец прибегал. Когда там что-то такое дважды. Было, какое-то опасение, он выдавал жену за сестру. Он решил тоже так и поступить. Такой вот. Да, есть много интересных современных комментариев вот на эти три эпизода. Два с Авраамом у фараона и у Авимелеха, и один раз с Ицхаком. В том числе я слышал такое объяснение. Ну, правда, применительно к Аврааму в Египте. А это моя сестра, она успела выйти замуж. Муж ее отправился добывать хлеб и пропал. Мы не знаем, где он. И мы пришли искать его здесь. Если мы обнаружим, что его здесь нет, то
которая считается свободной женщиной. И тогда совершенно спокойно можно будет взять ее в жены. Поэтому рассчитывал Авраам, что стоит подождать. И, возможно, все решится само собой. За это время я успел уйти. Но, как видим, ситуация повернулась с другой стороны. Прошу извинения, сейчас я должен ответить. Да, Юля. Да. Нет, нет. Расклеился, совершенно расклеился. Да, отменила. Буду стараться. Всего доброго. До свидания, счастливо. Да. Прошу извинения, да. На сегодня отменил все частные уроки, которые, собственно, и составляют мой заработок. Так, продолжаем, товарищи. Так. Это был номер Зайн. Теперь Хэт Тимофей, да? Да. Вайги ки архуло шам аймим ва яшкеф авимелех мелех плештиним беат халон ва ярэ ва ине Ицхак мецахек эт Ривка и что? И было, что прошли там дни, да. Дни Ицхака, не его. Да-да-да. Вайшкеф Авимелех. Яшкеф. Да. Бросил взгляд. Да. Мишкафаем, да? Да, что-то там, да. Мишкафаем, это очки, совершенно верно, да. Да. И посмотрел Авимелех, царь Плештим, через окно. И увидел. Да, Халон, буквально. Да. 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 Как вот перевести Ицхак... Мецах? Развлекает, может быть, ну, смешит. Да. Да, развлекает, да. Ривку, разные есть жену есть. Его. Да, да. Да. Угу, верно. Да, спасибо. Тед. Так, Марина у нас. Тед, Марина. Марина. Да, Марина. Людмила не появилась пока, да? Да, вроде нет. Подождем. Вайкра Авимелех Лейцхак Вайомер Ах, гине іштеха гі в Ейх Амарта Ахотігу і Вайомер Елав Ицхак кі Амарті пен пенамут Алега Алега і позвав Авімелех Ицхака і сказав, як ти. Ну, как-то... Ах, это буквально только, да? Гине иштха. Ну, вот твоя жена. Можно перевести так. Вот ведь жена твоя и она. Да? И как ты сказал, что это твоя сестра? Угу. И сказал ему Ицхак, что я сказал так, ну, ну потому чтобы что... Чтобы я не умер, а не ее. Да-да-да, совершенно верно. Тут я хотел добавить, как вы дочитали, да? Mm-hmm. Так. Так. А, это относительно следующей фразы. Спасибо, Марина. Кто сейчас? Шуша, да? Да, Шуша. Вайомер Авимелех. Ма зот. Асита. Ма зот. Асита лану. Кмат. Шхав Ахада эт Иштха в Хвита Алейну Ашам. Аша, да. Да, прошу вас. Так, что значит «и сказал Авимелех»? Как бы, что да. Ты сделал нам? Как будто... Да. Так, что такое Шхав? Кимат почти. Чуть, почти, чуть не. Шахав – это буквально лежать, да, у шахбеха, у кумеха, от этого же корня. Шахав, ахадхаам, один из народа. Комментарий говорит, что это он имел в виду себя самого. Да? Шахав – это иштеха, твоей а не им. Жене? Это имеется в виду, имел с ней, да. Ну, как бы с твоей. Это запрещенная связь, да. Вегевейта, да. Так. И тут мы повторяем то, что в еврейском тексте написано, и чуть было не, что
Эвейта алейну ашам. Навел на нас вину. Ашам. Да-да. Что это такое? Ашам – это вина. Да, что спрашиваете? Я думала, стыд или как это правильно? Вот вина теперь, ну, поняла. Судачи. Ну, ашам, ну, ашам – это именно вина. Ашем – это виноват. Угу. Да, вы путаетесь английским ashamed. Да. Так. Судя по всему. Почему я говорю? Потому что у меня тоже немного путалось в начале. Да, верно. Спасибо, что все правильно. Теперь я очевидно, да? Да. Юд алиф. Вайцав Авимелех эль коль хаам леймор аногея баиша зе увишто мот юмат. И приказал Авимелех всему народу, говоря, тот, кто прикоснется к человеку этому и к жене его, смертью умрет. Ну, интересно, проводятся аналогии между Авимелехом и фараоном. Все это посмотрите в комментариях. Юд, Бет, пожалуйста, Анна. Так, в Изра Исхак Баарец Аи, в Имца Бешана Аи, Меашарим, в Ивархеву Ашем. И сеял Ицхак в этой земле и собрал в год в тот год собрал Меашарим, то есть стократно. Сто мер, сто крат, и благословил его, и благословил его Всевышний. Верно, совершенно верно. Ваимца, это буквально поднимите и было. Немножко, было не сейчас, видно. Сейчас. Поднимите, ага, не да. Видно. Да, вот так, да, правильно, спасибо. Я тоже хотел попросить, да. Ну, думаю, что вы знаете, Меашарим буквально означает 100 ворот. Здесь использовано выражение в значении 100 раз больше, чем можно было предположить. Или есть мнение, 100 раз больше, чем было посеяно. Но буквально, когда вот строился квартал, и ворота каждого двора выходили на улицу с тем, чтобы вечером в опасное время запираться, да, назван он был 100 ворот в буквальном значении, именно 100 ворот Меашарим. Так. Юд, Гимел, пожалуйста. Анна, кто? Тимофей. Да, Тимофей. Вперед. Юд, Гимел. Да. Вайгдаль Аиш, Вайелех, Галох, Вагадель Атки, Гадаль Меот. Так, переводим. Угу. Переводим. И великим стал муж. Да, да, верно. Вайлех Халох и продолжил. Да, буквально. Да. Выражение «Голех Вегудель» – это значит, что постоянно увеличивался. Пока не вырос очень. Кигадаль Меон. Совершенно верно. Да, Тимофей, спасибо. Юд, Далят Чей? Марина. Марина. Вайгило Микне Цон у Микне Бакар Ваавуда раба. Да. Вайкнеу. Отцо Палестин. Палестин, да. Палестинцы, да. Ну, это не те палестинцы совсем были, другие. Да, это сейчас не те палестинцы, а тогда были именно те. И были в него. Да, да. Микне, то, Микне стада. 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 Ну, соль это мелкий стада. Рогатый скот, овец и коз, да. И стада бакар. Да, это. Да. Ну, да, это те, кто работали на него, то есть. Да, 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 то есть слуги, очевидно, да. Многочисленные, да. Кана, корень, куф, нун, алев, ревновать или завидовать. Да. И завидовали ему палестимляне. Палестимляне, да. Спасибо, это, Марина. Это так, не, это... не филистимляне и не палестинцы. Это какой-то народ, типа их называют хеттами, кстати. Вот в предыдущей главе были что-то, какие-то некие хетты, которые там жили тоже. Хетты тоже есть. Я не
Смотрите, если вы ссылаетесь на комментарии, то поднимаю лапки. Да. А вот Плештим, который у Давида, это уже кто? Это другие, они, это не они? С Криты, это они другие. Жили на острове Криты. Они считаются типа греков или славян даже какой-то. Они жили на острове Криты, потом колонизировать Италию, Израиль уже гораздо позже. Интересно. Да. То есть Плештим – это не название народа, а название людей, которые ведут себя определенным образом или что? Ну, видимо, да. Или как бы сводное название народа, с которым приходится иметь дело? Да, возможно, возможно. Вот как-то не дать мне хорошо ведут. Да? Да, по-всякому бывает, верно? Так, хорошо. Дальше. Так, Шуша теперь у нас осталось. Так, что такое? Да, Бейрот, Ашер, Тафру, Авдей, Хафру, так, Авдей, Авиху, Баямы, Арбаим, Авиу, Авив, Авраам, Авив, Авраам, Авив, Стаму, Плештим, где это? Да-да-да. Это я зашла. Так. Это что мы читаем? Тет, вав? Вы да, читаете тет, вав, да. Да, все правильно. Правильно, вы прочитали. Слово ситму. Да. Плештим. На зеленом поле. Ямлу. Афар. Так. Верно. Такой веколь. Вот это вот что? Аброд. Берот. Бер – это колодцы. Которые хафру выкопали, да, Авдей. Рабы Авдей, это рабы полотенцы. Да, да, да. Так, отца. Отца его. Водни Авраама, отца его. Так, стаму. Не знаю. Ну, это закопали, закрыли, загерметизировали, а мем на конце означает их, да? Да, закопали их Плештим, ваимал ум и заполнили их. Что такое афар? Не знаю. Песком, кто-то буквально. Да. Засыпали песком, да, вот это? Прахом, да, да, да. Да. Что все правильно, да, спасибо. Тедзайн. Вайомер авимелех элицхак лех меиману и отцам-то мимену меод. И сказал Авимелех Ицхаку: иди от нас, потому что усилился ты мимену, это против нас буквально, или от нас, или по сравнению с нами, или чем более, чем мы можем себе позволить, меод, очень, да. Уж слишком тебя много. Да, спасибо. Так, Тет Юдзайн, Анна? Да. Так, 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 сейчас я потеряла. Так, Ваелех Мишам Ицхак, Ваихен Бенахаль Грар, Ваешев Шам. Вот тут на перевод дает, что некое ушел оттуда Ицхак и расположился, поселился в долине Грара и жил там. Ну вот Нахаль это вообще-то Нахаль это наследие. Нахаль это что-то начинает. Нахаль это... Нет, Нахала это еще это... и вот, речка. Нахаль потом. Это речка, все правильно, да, точно. Да-да-да, вы... но здесь это может быть даже не речка, то, что называется вади, перестохшая. Да, русло руки, а вот почему-то вы ее не почему-то не перевели, вот так вот. Ну, я просто счел это слово известным, а вообще-то, может быть, и надо было, не да. Не знаю, кому. Нахаль в данном случае, да, это река, да, Нахаль-Грар. Да, Ваешеша и поселился там. Да, верно. Спасибо, Анна. Все правильно. Юдхет, Тимофей, да? Юдхет, да. Ваешав Ицхак ва Яхпор эт Бейрот Амайм ашер Афру Беймей Авраам Авив ва Исатмум Лештим Ахарей Мот Авраам Вайкра Леген Шмот к шемот ашер кара леген авив. Переводим.
И осел Ицхак. Так, Ваихор. Ну, помните, как это перевести лучше? Хафар – это копать. Выкапывать, да. Да. И выкопал колодцы воды, которые выкапывали в дни Авраама, отца его, и которые засыпали Плештим после смерти Авраама. И назвал их именами такими же, как имена, которыми назвал их отец его. Отец его, совершенно верно. Так, я обнаружил ошибку, я неправильно вам сказал. Слово «бор» здесь используется таки в женском роде. Потому что мы видим это по слову «ла-эн». Значит, слово «бор». Не исключено, что это одно из тех немногих слов, которые Танах иногда употребляет в мужском роде, иногда в женском роде. Сейчас тенденция их использовать в женском роде на радость феминисткам. Но вот здесь, как мы видим, «бр» Лаген, значит, в женском роде. Спасибо, Тимофей. Ю, Тед, Марина, да? Да. Вехберу Авдей Ицхак Банахаль Ваимцеу Шам Бейр Майм Хаим. И выкопали рабы Ицхака. Рабы буквально Ицхака. Ицхака. Бенахаль. Ну, наверное, это имеется в виду в долине. Нахаль, мы только что пришли к соглашению, что это русло реки. Возможно, это был вади, пересохшее русло рек. Но, тем не менее, вот, как мы видим, военцы ушам Бэр и нашли там колодец. Да? Бэр Майм Хаим, буквально живой воды. Что такое живой воды? Самое простое объяснение, что это был колодец, наполняющийся водой. То есть некий не просто вода, не просто, извините, яма, резервуар, в которой набирали воду, а именно колодец, в котором вода сама пребывала. Бермайм Хаим. Да, да, спасибо, все правильно. Дальше. Так, понятно. Да-да-да. Хорошо, Вайриву Роэй Грам им Роэй Ицхак Лемор Лану Амаем в Екре Шем Бер Эшек Ки Хитаску Эсэк, только эс. Эсэк, наверное, да? Эсэк, кэн. Ки Хитаску Имо. Так, что случилось? Значит, как это и разозлились, и что это и риву? В гнев они впали или как? Рива – это ссора, спор, да. То есть и спорили, как это сказать, жители спорили, да. Брара. Нет, роэ – это пастухи. Роэ – это пасти кого-то. Пастухи, да. Пастухи Грара. То есть если с пастухами Ицхака, так можно сказать? Да, да, да. Да. Риска, как бы... Пастухами, конечно. Они сказали, что так, лану маем, как это? Лану гамаем. Лану – это нам, для нас, это наша вода. Для нас наша вода и, как это, зовут, там колодец. Так. И назвали имя вот этому колодцу Эсек. Эсек, посмотрите, пожалуйста, что словарь дает. Так, как? Так, хитаску, имо. Имо – это... С ним, это с ним. С ним, да? Так, и тоску. Вот тоже. И тоску, да. Эсок и тоску. Посмотрите. Ну, говорят, посмотрите, что это, переводчики говорят, что это типа спор или так что-то как наподобие. Как спорили с ним, то есть спор, вообще спор назвали. Хотя, вообще-то, эсок – это просто занятие. Если переставить место шин, поставить самых, то это вместо будет стен, просто... Да, да, да. Да, будет эсок, просто это занятие, да. Бизнес, дело. Ну, вот занимались, занимались. Вот смотрите, я посмотрел это в Раше. Эсок – спорное дело, некая тяжба. Ибо они вели тяжбу с ним. Это вот перевод, опирающийся на комментарий Раши. А вели тяжбу, обременяли его, что касается этого, вовлекая в спор и тяжбу. Вот словарь. Да, спасибо. Все, правильно, спасибо, Шуша. Так. Алиф,
Ваехафру бэр ахерет. Ваяриву гам алейха. Ваекра шма ситна. И выкопали колодец другой. Снова мы видим, что слово бэр в женском роде. И спорили также о нем. И назвали имя ее, то есть колодца, ситна. Ситна, обратите внимание, те же буквы, что в слове сатан. Сатан – это буквально препятствие, то, что мешает. И этим словом обозначается посланец Всевышнего, ангел, цель которого, задача которого, тавкид, роль которого, да, обеспечить нам свободу выбора. То есть, чтобы у нас была возможность не только выполнять волю Всевышнего, но и, не про нас бы сказано, нарушать ее. Если ему удается нас на это, как это русское слово, подбить, спровоцировать. Ну, да? Научать, подстрекать, науськивать. Да, 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 да. То информацию об этом он передает в более высокую инстанцию Всевышнего. Утром я иду в Родиону. Когда? Ага. Ну, что же делать? Успехов. Так. Так, Айсек, ки, да-да-да, ситна. Да, есть. Кафбет, Анна, пожалуйста. Ваятек мишам, ваяхпор бэр ахерет, велораву алейха, ваикрашма рехавот, ваюмер ки ата херхив ашем лану у... Фарину Баарц. И ну, вот я так это что-то я это слово-то и не помню. А вы его как ну вы выдвинулся, получается, оттуда. Ваеатек. Почему-то вы это слово не перевели. Почему-то вы это слово. Ага. Этек это буквально этек, это буквально копия. И повторил оттуда, наверное, вот так. То есть повторил те же действия. А что он делал? Он и выкапывал это колодцы. Это переводить с одного пути на другой, допустим, словарь дает. Угу, так. Передвигать, да, как на железной дороге. Вот. И передвинулся оттуда, и выкопал колодец еще один, другой. И спорили за него. И назвал имя колодцу ему, ей вернее, получается, ей, потому что это она женщина, Рехавот. И сказал... Рехавот, это буквально? Простор. И сказал, ибо сейчас дал нам простор Всевышний, на, как это сказать, одним словом, распространил, расширил нас, распространил нас, и фарину расплодимся мы на земле. Угу, да, да, верно, спасибо. Рехавот – это известный город Израиля. Да, многие понимают его название как множественное число слов «рехов» – улицы. Но тут дается этимология несколько другая. То есть просторы широкие. Да, широкие просторы. Замечательно. Так. Так. Тимофей. Да, Тимофей. Так, и сейчас Анна надо перед... подниму. Да-да-да, подниму. Сейчас надо уже все. Так, как-то да. Так. Кав Гимель. Ваян Мишан. Бер Шева. И поднялся оттуда в Бер Шеву. Угу, да. Буквально так, да. Бер Шева – это известное место, уже неоднократно упомянутое. Так. Спасибо. Каф Далит. Марина, да? Да, Марина. Ваир-а элав ашем балайла нагу. Вайомер, Вайомер, Анохи Элоэй, Авраам Авиха, Эль Тира Ки от Китха, Анохи Увар Варахтеха, В Айргайти, Эт Зараха, Бавур Авраам, Авди. Угу. Да, да. Угу. Ва, я явился, показался, явился, да. Ему Господь в ту ночь и сказал, я Бог Авраама, отца твоего.
Альтира, не бойся. Не бойся, я с тобой. И благословлю тебя. Берахти. Да. Благословлю тебя. И вложу потом. Да. Ради Авраама. Да, по причине. Буквально. Авраам, Авди, да, слуга мой. Да, верно. Спасибо, все правильно. Кавхей. Шуша. Так, как это? Шуша. Вайвен, Шам, ой, где это? Вайвен, Шам, Мизбех, Вайкра, Вешем, Адонай, ва ед шем ва ало ва алав или ва ало, наверное, ало. Нет, ахало. Так. Ахало. Охоло должно быть, да? Охоло. Охоло. Ва. Да. Ва икру шам авдей ицхак бер. Так, что такое ивен? И Ваивен от слова «бонэ» и построил. Построил там. Построил. Мизбех. Мизбех. Жертвенник. Жертвенник. И назвал его именем Всевышнего. Да, «ваед» — это буквально «раскинул» там. И «раскинул» там. Да. Слово «огэль» — это «шатер». Буква «алиф» в нем имеет огласовку «холам». В слове «огэль». Огласовка буквы «алиф» – «холам хасер», то есть точка наверху. А здесь с перемещением ударения меняется она на «камац кацар», то есть тот «камац», который звучит «о», как в слове «коль». Мы это видим из-за того, что буква «гей» огласована такой редкой огласовкой, как «хатав камац». «Камац», который перед «хатав камац» – это «камац кацар». То есть первый слог – это «о», и второй слог – это краткое «о». «О-голло». Вот так, да. Да. Ваихру шам авдейцхак бээр. Вот слово ваихру. Вот даже я не знаю. Я думаю, копать, что это... Копать. Это докопать, тоже копать. Но это не хафар, а да, это другое слово. Да. Тоже копать. Да. Так, слуга Ицхака бээр. Бар, это то, что колодец мы имеем в виду? Колодец, да. Прокопал. Только не один слуга, а их там много было. Авдей, что... да, слуги. Авдей, да, слуги, да. Копали там колодец. Спасибо. Да, вот такие они. Кав, Зайн, спасибо, Шуша. Извините, Кав, Вав. Ва Авимелех, Аллах Элав, Миграр, Ва Ахузат Мереэгу, Ве Уфихоль. Са-цва-о. Есть интересный комментарий Раши к этому стиху, но мы переведем по-простому. И Авимелех пришел к нему из Грара. Ахузат мереэго – это буквально свита друзей. И Фихоль, возможно, это имя собственное, а возможно, это тоже титул военачальника Са-цва-о, то есть командир войска его. Так, и теперь Кавзайн. Да, спасибо, верно. Так. Вайомер Алегем Ицхак. Мадуа батем элай. Ве атем снайтем оди. Ве ташалхуни ме итхем. И сказал им Ицхак, зачем вы пришли ко мне? Ведь вы возненавидели меня и отослали меня, и отослали меня от себя. Да. Меитхем это да, от себя. Из себя. Верно. Из себя можно так, да, верно. Извергли, да, исторгли. Хорошо, кафхет, спасибо, Анна. Кафхет. Ваемру, рау, раину. Ки гая шем имах ванумер тихина ала бейнотейно бейнейно у бейнеха бейнихота брит
Имах. И сказали они. Рао, Раим. Мы видим здесь повторение. Да, да, именно да. Так, усиление. Да, видите, угу. Видели мы, что был Всевышний с тобой. И сказали мы, сделаем, пожалуйста, Аллах. Аллах – это клятва. Да. Клятва, да. Клятва, да. Вот. Почему? Между нами. Да, угу. Еще тут бейнутейну, бейнейну. Это угу. Между нами, между нами? Или... Бейнейну, между нами, между тобою, между нами. Бейнутейну. Там два раза повторяется, действительно. Бейнутейну, бейнейну. Да. То есть между нами и между тобой, и вот это слово. Между тоже. Нами, наверное, имеется в виду, здесь указывается усиление обе стороны. Между нами, а как теперь, бы, нами а и тобой. Бейнейну, он указывает Авимелех на одну сторону, то есть это мы, это Авимелех. Да. И между тобой. Да, они переводят да, как взаимная клятва, пускай будет. Клятва взаимная между нами и между тобой. Ага. Так, понятно. Надо понятно. Посмотреть да. еще комментарии, что там насчет этого. В них рета, брит и мах. И заключим союз с тобой. Да, и будет заключен союз с тобой. Верно, спасибо, Тимофей. Правильно, Кафтет? Кафтет, это Марина. Марина? Им тасе иману раа кашер ло ник ануха ве кашер асину имха ракто ве ванеш сейчас ванешал лехаха бешалом ата барух Ашем. Да. Если, если ты сделаешь таасе, иману с нами, раа, нечто плохое, дурное, да? Да. Когда, когда не... Нет. Ниг-а-нуха. Мы не тронули тебя. В том случае, если ты сделаешь нам что-то плохое, когда мы не тронули тебя, буквально так, да? И когда сделали... Беха ашер асину им ха актов. И когда делали тебе и когда... Да. Ванышал хеха башалом. И отпустишь... Мы послали тебя. Из мира? С миром? Миром, да. Вот, ведь мы отпустили тебя с миром, да, отослали тебя мирным путем. И ты должен это ценить, да? И ты теперь... Да-да-да. Благословен. И ты теперь благословен Всевышним. Совершенно верно. Ата с Алефом ты, ата с Айном сейчас. Да, спасибо, Марина. Теперь Шуша Ламед. Ваяз лахем миште ве ахлу ве что. Так, что он сделал им вот миште? То есть миште пир, пир от слова шопек. И пили. И ели, и пили, совершенно верно. Когда да, пьют, как... пир, когда пьют. Да, да, да. Угу. То есть вели они себя, как вот те, которых видел Штирлиц на Красной площади. Они не только ели, но и пили. Так, ламет, алеф, я. Ва яшкиму вабокер, ва ги шаву иш лаахим, ва ишалхем ицхак, ва елху меито ба шалом. И встали утром, проснулись утром, и снова подчеркнуто, поклянулись человек брату своему, то есть друг другу, и отпустили или послали буквально Ицхака, и пошли от него с миром. Расстались. Да, спасибо. Так, Анна Ламедбет. Так, в ии боем агагу, вояво авдейцхак, воягиду ло, одот абер ашер хафару, воямру ло мацану маем. Что-то они все с водой там целыми днями только делают. Ну, очевидно, вот климат такой, что повод уходит.
И было в день этот, пришли рабы Ицхака и рассказали ему Алядот, ну, видимо, свидетельство Алядот, вот это, видимо, какие-то признаки или свидетельства. Относительно колодца, который да. они свидетель, выкопали. Который... Да. И сказали ему, нашли мы воду. Что-то прямо у них с водой все дело было. Так, совершенно верно. Сейчас, минуточку. Ламет Гимель, теперь Тимофей Ламет Гимель. Аль-Одот, нет, это не свидетельство, потому это что это свидетельство. В отношении это относительно, в отношении, да. Да, совершенно верно. Да. Так, Ламет Гимель. Да. Ламет Гимель, Вайкра. Вайкра, ота, шива, алькен, шем, аир, бер, шева, ад, айом, азем. Да? Так, и назвали ее Шива. 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 Да. Шива поэтому... это клятва. Да, клятва. И поэтому имя города Бершева до сегодняшнего дня. Вот прям конкретно. Совершенно верно. Спасибо, Тимофей. Он даже да. до сегодняшнего дня оно так и есть. Да. Так и есть. Некоторые считают, что Бершева это 7 колодцев. Ну, наверное, по аналогии с Учкудуком. Нет, это более точно колодец клятвы. Если название города Бершева встречалось нам и раньше, до того, нас не должно это удивлять, потому что Тора часто называет место тем именем, под которым мы его знаем, даже если это имя было дано позже. Да, верно, спасибо. Теперь Ламед Далет. Марина, да. Марина. Вайхи Эсав бен Арбаим Шана, Вайках Иша эт Егудит, Бат Бэйри Гахети, Ваэт Басмат Бат Эйлон Гахети. Гахети. И был Эсав, Эсав 40 лет. 40 лет, да. Был он жены да. Егуди, дочь там, Бэри. Бэри. Хитийца, да? Ну, да вот как хитийца, раз я говорила да. про этих, что эти хитийцы там жили. Ага. Я для них и говорила, что эти хитийцы. Да. Да, взял в жены вот эту вот дочку какого-то там хитийца. Да. И еще одну дочку другого хитийца. Да. Одну звали Егудит, то, в общем-то, похоже на еврейское имя. Другой звали Босмат, от имени Босем, то есть ароматные вещества. Вот, то есть не исключено, что эти имена он им дал сам. Изначально их звали несколько иначе, чтобы ввести в заблуждение кого? Свою мать. Тем не менее, сказано, кажется, Шуша у нас, да? Ламет да, Бей вот читает. Как раз все. Последний кусочек. Ратрух, Лицха, Куля, Ривка. Угу. А что это да. такие? Сказать? В эти гиена и были они. Так. Угу. Так. Мо рат руах мар горькой огорчением. Огорчены для... были они в отношении как бы Ицхаком и Ривкой. Так. Наоборот, они были огорчением духа для Ицхака и для Ривки. Вот эти вот две жены Эйсава, да. Угу. Ну, комментарий да, говорит, что Эйсав развратничал до 40 лет, похищая чужих жен, но желая показать свою праведность, он, как и его отец в 40 лет женился, так и он в 40 лет решил остепениться и взял в жены кого? Двух дочерей идолопоклонников, которые вроде бы совершенно и не собирались оставлять свои языческие привычки, и поэтому вот написано, что были они огорчением для Ицхака и Ривки. Ну что же, мы сегодня благополучно закончили. Да, и... Ударными темпами. Да, вы молодцы. Верно. Да, спасибо. Девочки у нас еще хорошо читают и переводят. Ну, прям, очень хорошо все прошло. Зря нет, так они стеснялись, зря они так стеснялись, прям так вообще классно. Так такой красивый текст, и тут по слогам коряво, люди... Надо понимать, почему я комплексую. Ну, нет, ну что вы.
Хорошо, очень вы хорошо, все хорошо получается. Вполне замечательно. Красиво прочитали и, главное, правильно перевели. Да, все очень хорошо. Да, да, это верно, это верно. Я рекомендую моим новым ученикам, которые вот только-только выучили буквы и огласовки и должны научиться читать текст огласованный, посмотреть наш курс хотя бы в записи, чтобы послушать, как это читается, и проверить себя. Так что мы приносим пользу обществу. Ура. Не только тем, что тщательно пережевываем пищу, но и участие в этом курсе. Всем большое спасибо. Вам спасибо большое. Поправляйтесь, пожалуйста. Да, поправляйтесь, поправляйтесь. Да. Спасибо большое, да. Буду надеяться, что выскочу из этой простуды малой кровью. Да, всего доброго. Счастливо. Всего хорошего. Пока. Спасибо. Так.